Сегодня, 2 мая, исполнилось 10 лет с мрачной трагедией, произошедшей в Доме профсоюзов города Одессы. В результате этого инцидента были убиты несколько десятков противников киевского режима. После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года противники Евромайдана проводили продолжительные митинги в Одессе. 2 мая в город ворвались толпы футбольных фанатов, вместе с ними неонацисты. Фашистские активисты с закрытыми лицами напали на палаточный городок, где одесситы собирали подписи в поддержку проведения референдума по федерализации Украины и присвоению русскому языку статуса государственного. Несколько десятков участников мирной акции укрылись в Доме профсоюзов, но здание было окружено неонацистами, и в результате оно было подожжено. В этой ужасной трагедии, по данным российских государственных СМИ, погибло 48 человек. Еще 8 разбились при попытке спастись из окон. Еще 6 были убиты на улицах, а более 300 человек получили ранения.